Всероссийский фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов проходил на базе Рязанского медицинского госуниверситета с 3 по 5 апреля. В воскресенье в торжественной обстановке были подведены итоги соревнований, а также состоялась церемония награждения победителей. В программу фестиваля входили состязания по 9 видам спорта. Мероприятие проходило под эгидой Минздрава России и Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов. Поэтому для Рязанского медицинского университета, как и для медицинского сообщества всей страны, фестиваль стал знаковым событием. Знаете, я просто восхищен. Вот, честно говоря, 3 дня провел здесь в медуниверситете и получил просто огромное счастье. И нахлынули воспоминания студенческих лет, когда все это уже было и потом куда-то ушло. И сейчас, когда все это возвращается, в виде вот этих ребят, которые успешно совмещают учебу и, скажем так, спортивные вот эти состязания, я думаю, что вот из этих конкретно ребят получатся очень хорошие специалисты, которые воспитают в себе и твердость, и мужество, и самое главное, чувство командности, которое необходимо очень в медицинской профессии. Организовать фестиваль такого масштаба – задача не из легких. Как отметил ректор РязГМУ Роман Калинин, работа, тем не менее, шла легко. Руководству вуза удалось не только обеспечить для своих гостей комфортные условия пребывания, но и организовать интересную культурную программу. Мы хотели действительно сделать праздник спорта в нашем университете в Рязани, сделать праздник спорта для тех ребят, которые приехали, в том числе из Дальнего Востока, то есть у нас от восточных границ до западных здесь все вузы, все представители. Ребята успели посмотреть Константинова, посмотреть Рязань, подружиться. Поэтому это действительно был праздник. Нам не было тяжело, нам было очень приятно, что нам доверили эту честь организации, и я надеюсь, что мы действительно справимся. Гости спортивного фестиваля рязанским гостеприимством остались очень довольны. Мне очень понравился город, люди, атмосфера, уровень соревнований тоже очень высокий. В этом году уровень по мужскому волейболу, не могу судить о других видах спорта, но очень высокий. Организация на высшем уровне. Насколько важны такие мероприятия для нашей молодежи? Очень важны. Они развивают, сплочают. Появляется много друзей, знакомых из разных городов. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. Так, во-первых, это поднимает спортивный дух, спортивный уровень спортсменов и вообще участников соревнований. Также это способствует сплочению всех студентов разных вузов, то есть объединяет Россию вместе. А это как одна из основных задач, мне кажется, студенческого сообщества. Ну а результаты спортивных соревнований таковы. В общекомандном зачете победителями стала команда хозяев фестиваля. На втором месте представители Волгоградского государственного медицинского университета, бронза у 1-го Московского государственного медуниверситета. Церемония завершилась прощанием спортсменов, которые успели за выходные дни найти друзей из других городов, совместными фотографиями и пожеланиями скорой встречи.